Привет, друг, с тобой Эван. Поздравляю тебя с Новым годом. Привет, друг, с тобой Эван. Продолжаем играть на сервере Радмир, второй сервер всегда-всегда. И как ты понял по названию, по примеру ролика, сегодня мы будем пытаться выбить крутой номер за $250. Поэтому желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня есть свой личный промокод, который находится в описании ролика. Если ты еще не играл на этом сервере, то обязательно вводи мой промокод при регистрации и при достижении третьего уровня получай $20 000 на свой баланс. Ну что, буквально все знают, что я увлекаюсь номерами, и ездить на простой тачке без номеров, ну я просто не могу, потому что номера, ну они добавляют какой-то ценности и какой-то красоты автомобилю, ну лично для меня, я так считаю. Поэтому на всех моих тачках стоят номера. На разных проектах и также на Радмире я пытался ранее выбить номер. На других проектах я пытался выбить номер, просто покупая автомобили из салона и надеясь, что именно из салона мне выпадет какой-то крутой номер. Или полублат, или фуллблат, либо хотя бы какая-то спецсерия. Но, к сожалению, мне выпало за все время только один полублат, и все. На Радмире тоже я пытался сделать такую дичь. Буквально еще года 3 назад я играл на Радмире, у меня был ГТР, я его купил там чуть за 80 000, я на нем покатался, и в конце я решил уйти с проекта, я купил себе кабана, и у меня оставалось там еще что-то, куда-то потратил деньги, и у меня оставалось 50 000, и я эти 50 000 решил всадить на номера и записать серию. Я серию тогда записал, но было что-то плохо со звуком, и я ее все-таки не выложил. Я потратил 50 000 на номера, и мне выпал только вот этот вроде 77-88 АО, который еще у меня стоял на кабане, вот, скорее всего, вставочка. Я надеюсь, он был на кабане, вот. И после того момента я забил на сервер, и именно после этого момента я зашел на сервер буквально год назад, и мы начали опять свой путь здесь. Поэтому это никакая ссылка, что я сейчас пойду номера покупать и уйду с проекта. Пока что нет. Зеленый горит, можно ехать. Мы приехали в Police Department, короче, ЛВ. Если кто не шарит, вообще кто не шарит, то смотрит другие сервера, не Радмир. А на Радмире можно купить рандомный как бы номерной знак. Мы заезжаем сюда, регистрацию номера, выбираем регистрацию ТС, выбираем любую страну, которая нам интересует, например, ЮА, Украина, выбираем автотранспорт и можем написать первые две буквы региона. И за $250 мы можем попытать удачу и выбить какой-то красивый номер. Конечно, с одной стороны это бред, потому что все номера уже выкуплены, то есть полублаты, фуллблаты вряд ли нам какие-то выпадут, но на что-то все-таки можно надеяться. Поэтому я сегодня приехал сюда проверить номера. Знаешь что, у меня есть три номера, вот таких, 88, 99 я оставляю, потому что 77, 88, 88, 99. Ну, прикольно. Вот, тем более здесь мои еще инициалы. Этот, кстати, номер выпал, я сам их херил на гелик. Вот, а вот этот я когда-то снял с кабана, поэтому давайте его продадим. Вот, нам вернули бабки. Кстати, пацаны, если вы купили номер, например, вот этот номер я купил, я могу его снять в хранилище и продать его за полстоимость. А номера, которые мне выпали, я могу продать тоже за полстоимости, то есть за $150. Знаешь что, у нас есть 1 178 000, я, конечно, не ебанько, чтобы все их тратить. Всего лишь мы сегодня потратим $28 000. Люблю, что у меня ровная сумма была, лям 150 нормально. Если смотреть 28 000 разделим на 250, это выходит 112 номеров. У нас сегодня будет 112 попыток выбить какой-то номер. Так как я хочу попытать удачу и на украинских номерах, и на русских, поэтому сегодня мы откроем по 56 кейсов, хотел сказать, да. По 56 прокрутов, то есть 56 прокрутов российских номеров и 56 прокрутов украинских номеров. $1000, ладно. Вот, и теперь у нас будет 2 места. Окей, и теперь будем пытать удачу на мой Хуракан. Блин, на каком бы месте попытать удачу? Конечно, мне кажется, от этого ничего не зависит. Но когда-то я открывал вот здесь, не знаю почему. Здесь, но давайте здесь попробуем. Так, можно остановиться, блин? Все. Регистрация ТС, давайте начнем с российских. Регион, давайте 77-й. Установить. Чего? Данный номерной знак уже занят. Блять, то есть мне только что выпал какой-то полублат, а он занят. Бля, вот это я долго грузился, пиздец. Прикол бы у меня сейчас он выпал, ебать мы охуели. Там прикол сейчас какой-то реально полублат выпал бы.
Вот эта серия охуенная. Бля, прикол бы он выпал, прикол. Реально, это какой-то полублат мне выпал за... на 77-м регионе, что он занят был. Охуеть. Удалить. Блядь, ебать. 77-й. Ру. ВНМ. Бля, я не могу дойти. Может, реально другой регион попробовать? Типа, если нам выпадет полублат, то типа на 77-м все занято, да? Хотя, смотря какой полублат. Там же может быть три разных цифры. 3, 4, 6, ВХМ. Ну, что-то какая-то херня, если честно. А, 77-й. Блядь, а мне интересно, что же мне выпало? ХТЕ 646. Прикол бы ХТЕ 666. Было бы неплохо. Бля, вот это интересно. Просто, пацаны, напишите догадки, какие номера мне выпали. Аут. Аутист, типа? Не знаю. Так, 77. Бля. Кстати, можно попытать удачу, если сегодня нам что-то выпадет. Попытаться продать этот номер кому-то и заработать на этом деньги. Ну, если нам выпадет, конечно, хороший номер. А, удалить. Давай что-то номерами. Алло. Опять данный номерной знак уже занят. Пиздец, мне уже два, походу, полублата выпало, либо фуллблата. И пишет, данный номерной знак уже занят. Надо брать другой регион. Давай последний раз пытаю удачу на 77-м. Пиздец, мне два полублата, походу, должно было выпасть, и они уже заняты. Блять, еще раз! Ебать! Это мне два полублата должны были сейчас выпасть, а из-за того, что они заняты... Я их не купил. Какой регион? Давай какой-то регион попробуем, который не занят. Какой регион можно попытаться, чтобы не занят? Давай три семерочки. Давай три семерочки. Ех, 869. Мне кажется, больше полублатов. Да хотя, блядь, мне кажется, полублаты просто на всех регионах раскупили. Там условно нужно какой-то КРХ 440, ну пусть и Жекич. Там надо какой-то, блин, мне кажется, регион, ну, там... 44, я не знаю, что это за регион. Сан. Блять, а может прикол это регион так, бля? Да не, это бред. НСР 583. Блять, мне три полублата, походу, выпало. Ну, мне, я ж не думаю, что мне выпали какие-то номера рандомные, они заняты. Хотя, может быть, да, типа, пацан какой-то купил себе на Шкоду условно номер своей жизни, и ему выпал этот, и мне выпал этот номер. Опять данный номерной знак уже занят. Вы что, гоните? Вы гоните, реально? Так, пацаны, я вижу регионов много на 177-м свободно, именно номеров. Поэтому давайте попробуем на 177-м. Погнали. Блядь, я надеюсь, я сегодня... Не, херня какая-то. Регистрация, ру, автотранспорт. А, здесь можно Ctrl-C, Ctrl-V? Нет? Ctrl-A, Ctrl-C. Установить. КРА, уже была КРА, не? 400, что там было, что-то не то. Здесь какие-то есть спецсерии, которые выпадают вечно. Блядь, давай еще мне фуллблат, который не выпадет, я вообще охуею. Я не знаю, можно ли это по логам посмотреть, нельзя. АУК, 255. Мне было бы очень прикольно, именно... 177. МСР 101. Ну, блин, было бы 3 единички, было бы прикольно. Было бы прикольно этот... Узнать, что за номера мне выпали. Прикол, мне какие-то там фуллблаты, там 3x, блять, выпали. Я бы охуел, реально. ХТС 598. Главное не переборщить, а то я могу переборщить с бюджетом. И будет не на 20, не на 30 тысяч, а будет... О, там что? 980. А будет там 1000 на 100. Я же такой азартный человек. Автотранспорт 177. А прикол, мне какой-то номер два раза выпадет одинаковый. КРО... Не, реально, какие-то будто спецсерии выпадают, типа. КРО, АУК, ОУС тоже, да. СОХ. Ну да, СОХ, кстати, куча раз выпадает. Блядь, ну почему мне теперь фуллблаты не выпадают? Перед этим выпадали, а сейчас не выпадают. Ну как фуллблаты? Ну это так. Чисто догадки. Рут. Блядь, по чисто права на андроиде. Мне нравится выпадают номера, я вообще на них не реагирую. А номера, которые я не смог купить, я такой, да ты шо, блядь, там полублат, фуллблат. Да, Эван. НКЕ 600. Ну, типа на кабан, ну, прикольно. Не особо прям. Спасибо. Еху 797. Блядь, если было бы 797, 797, было бы прикольно достаточно. А если бы еще было 3 семерочки, да ты шо. Я держу надежду до конца, что мне что-то сегодня должно выпасть. Прям реально что-то должно. Так, автотранспорт 177. РНМ.
Ру, автотранспорт 177. Да? Ну, аут. Бля, мне кажется, здесь мне просто не везет. От этого ничего не зависит. Но мне поехали... Марс 100. Охуенный номер. Охуенный. Я его даже оставлю. Не. Мар... Просто Марс 100. Форекси, привет. Может, потом куда-то его повешу? Ну, потому что номер, бля, прикольный. Так, ладно. А сколько у меня мест? А, у меня еще одно место есть под номер. Ну, ладно. А, окей, автотранспорт 177. Уер, херня. Удалить. ЕАН 399. Хуйня. Ну, аук. Бля, я же говорил, аук выпадает, да? Уже там сколько, два раза выпал аук? Такие. Оут. Подожди, оут только что тоже выпадал. Только, бля, я цифры не запоминаю. Потом, бля, надо будет на рендере посмотреть, если не забуду. ТВО, очень новое. Прикол, что-то выпадет реально одинаковое. Просто я продал номер, удалил, и он потом опять выпал. Ру, автотранспорт. Ну. АМК. АУС 242. Ну, блядь, ну мог бы что-то выпасть, а? 877. Почти 887. Сан. Ну, если был бы Сиан, было бы прикольно. Хотя Ламборгини здесь такого нет. Ну, ладно. Блядь, давай. Блядь. Ну. Блядь. Ну, рашки же легче, чтобы выпало 3 цифры одинаковых, чем в Украине. 4 цифры одинаковые. Давай. Я на... Блядь, АМК опять 235. Ну, что-то было 235, не? У нас остается вообще херня, у нас остается 1000. Пиздец, а как деньги быстро улетели, я даже не заметил. КВО. Ну. Ну. Блядь, зачем мне этот аук? Дай мне АМР, заебал. 177, давай. Давай. Блядь. Ну, 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 ну. Блядь. 164 тысячи, последних 3 номера. Даже 2. И... Выбери метку, на какую заехать. На вот эту, да? Окей. А, прикол, сейчас выпадает номер. Два, если выпадет полублат, я ему его отдаю. Блять, почти, УСР. Ладно, $203, ну, посрать, еще один купим. Это последний номер на русском регионе. 3, 2, 1. Удалить. Ясно, блядь. Из русских номеров нам выпал Мар 100, 177. И все. Поехали в СФ, потому что в СФ что-то мне больше везло, а здесь какая-то херня, если честно. А почему я кручу только русский и украинский? Потому что я хотя бы в них шарю. А, белорусский, казахстанский, пацаны, сори, не шарю. Но если вы соберете неплохую активность, давайте соберем 50 лайков под этим роликом, то мы на эту сумму уже поедем крутить белорусские и казахстанские номера. И будем надеяться, что что-то нам выпадет удалить. А, ладно, она светится. Я думал вот так чисто каждый раз открывать. Короче, на 3000 еще добиваем русские номера. Похер. Я азартный человек. А потом на 15000 еще сделаем украинских. Это что у нас выйдет по бюджету? На 33 тысячи. Пойдет. Как развлекаются мажоры просто. Ну. Тра. АМТ. Ну дай нормальный, заебал. Как в начале сыпал. 894. Мне кажется, даже в ЛВ что-то больше везет. Но здесь прям пиздец, реально. Там хотя бы две циферки были одинаковые. Хотя этот... А, ладно. Молчу. Молчу, молчу. Удалить. ЕОН. Бля, если бы 3 восьмерки, было бы Эвон. Эйвон, да. Угу. Бля, пиздец, 2000 осталось. Почему деньги так быстро уходят, а? Регистрация. РУ. Автотранспорт. 177. Удалить. 377, блядь, почему не 77? Еах. Такое, блядь. Ну. Блядь, ну условно же может выпасть тебе, например, какой-то А148, АА77. Ну может выпасть, может выпасть. Меф. Ну пытай, ну та 39, ну ёпта. Так сложно, шо ли. АТС. И у нас остается 3 номера последних, пацаны. Пиздец, вот это деньги быстро улетает, даже не заметил. 195. Ну такое... Я понял. Теперь точно последний номер на русском регионе. Давай на 77-м регионе. Раз, два, три. Погнал. Короче, давайте тогда украинские крутить. В жопу это. Потому что
Ну, реально, не везет. Если вы не знаете, в Рашке за регион отвечают вот эти циферки, да, квадратик вот этом. А в Украине отвечают первые две буквы. Это означает регион. Дальше вообще ничего нигде не означает. Нету спецсерии. Ну, как есть ВР, но это не спецсерия, это просто Верховная Рада, как бы в конце пишется и все. Поэтому первые две буквы именно решают, а дальше кто как хочет. Поэтому ЮА автотранспорт угнали. Ой, вернее, какой угнали, покупаем. Установить, а, да, реально 30, бля, сразу текстурка поменялась. Сразу вообще не то. Ну, как бы выбить здесь номер. Это будет, бля, вот такой бы в жизни номер. Было бы охеренно. Реально, АВ, АВ 3242. Но чтобы здесь выпало 4 цифры, мне кажется, это Unreal будет, одинаковых. Потому что, ну, реально, 3 цифры, это большая вероятность, что выпадет. Ну, типа, здесь, чтоб 4 цифры выпало, ну, это реально Unreal. РК. 68-44, иди. 78-47. Удалить. Может, его надо было сохранить? Так, нет, залог. Я храню номера для Full Blood. 5-5-7-ST. Ну, такое. Но мне нравится, что здесь спецсерия. Ой, как говорю, спецсерия. Как и из Украины вот эти номера, именно вторые буквы. Если кто не шарит, то живет в Рашке, рассказываю. Типа, выходит там какой-то 2021 год, условно, да? Выпускает номера с первой буквы, именно после цифр. Есть две первые буквы, это регион. Четыре цифры ничего не означает. И последние две буквы тоже ничего не означает. Но по ним можно отследить, когда тачка была куплена. Рассказываю. Первая буква N, да? Значит, выпущено, например, в 2021 году вышли номера с N. Именно первой буквы N. Это может быть N-E, N-O, N-S, N-T, N-V, N, что там, N-M, N-N, вот типа такого. Когда эти все номера раздают, выходит следующая серия, то есть первая буква S, там S-T, S-O, S-E. Потом закончилась S, следующая, там P, P-R, P-K, P-E, P и P-E, вот типа так. И по вторым буквам можно, типа, узнать, когда тачка была куплена. Вот, 4900 AE. Тоже неплохо, неплохо, реально. 51-43, залупа. 78, ха. Ну да, реально, ха-ха. Ну дай, дай, ну плиз. 38-39, реально, такие номера в жизни, ну. Они нихера не стоят, но хотя бы красиво. 67-96, вообще херня. Тем более уже 4000 ушло, ебать. Почему так быстро, а? 62-36. Ну, 46-34. А, я же не рассказал, почему АВ. Ну, вернее, кто смотрит Адмир, знает, почему АВ. Потому что это мой регион. Вот, а, и тем более на АВ очень мало фул, ну, типа, 4 цифры одинаковых скупили. Поэтому больше вероятность, что нам что-то выпадет, чем на киевском регионе. Конечно, киевский-то попизже, а, там вся херня. Ну, зачем? 62-36. Ну, типа, 36 плюс 36 будет 62. Ну, такое, это думать надо. 5-5-4-4-СК. Неплохо. Давайте снимем его. Вот этот более-менее. Вот этот более-менее. Ну, реально, что может выпасть. Да-да-да, давай. 32-46. Да, удалить. Новая менюшка хотя бы посмотрели. 64-47. Давай дальше. Дай хотя бы 3 подряд одинаковых. Ну, ё-моё. Нам уже выпадали номера, типа, 2 цифры, 2 цифры. Ну, дай, блядь, одинаковые подряд. 71-74. Ну дал бы 71-71 хотя бы. 38-84. Я оставляю. 76-35. 96-96 IT. Неплохо. АВ удалить. Ну. 57-44, да зачем? Злой банан, если ты посмотришь троллик тоже. Привет, чё, приехал инкассатор, киловид номер или чё? Когда видос? Сегодня. Короче, 34-33 смотрится то неплохо, поэтому давай 5-5-4-4 нахер его удалить, к сожалению. Вот, и снимем вот этот. Эвен просто тратит по косарю в никуда. Просто в никуда, реально. ЮА, автотранспорт, АВ. Погнали. 71-25, херня. 72-21, ЭМО нормально. Ну, в смысле нормальное говно. Удалить. О, ебать. 34-33? Нахер.
Бля, ну в жизни 7788 и 3433 не стоят одинаково. Они стоят 4000 гривен. Это плюс-минус 10 тысяч. Ну сколько 4? Ну где-то да. На 3 умножь. Ну где-то да. 10-11 тысяч рублей. Сейчас я кручу номер, и мне выпадает 4 одинаковых. Просто смотри. 80-10. Прикольно. 91-43. Удалить. 14-84-ТМ. 16-69. Такое. АВ. Ну. 54-84. Говно. Удалить. 56-79. 32-09. Последних буквально 3 раза. Раз. 97-84. 2. И... последний. А, хотя, подожди, каких последних? Еще 4-5 попыток. А? 37-97, говно. Ну. Говно. Говно. Ну, АВ, прикольно, соглы. Ну. И последний раз. И последний раз по-братски нам скидывают так чисто full blood. Поставить. На транспорте уже имею... Бля, мне нужно будет либо убрать, либо удалить один из этих номеров, чтобы я смог поставить ну Хуракан обратно номер. Потому что это я удалить не могу. Реально. Ладно, давайте тогда еще раз попытаем удачу. На говне ездить не хочу. Прикол, я себя не крутанул последний раз. Вот этот номер бы не выпал. Ямал офигенный, типа девяточка, как бы шестерочка в обратную сторону. СК. Бля, все остается. Годится. Конечно, это не 4 семерочки, но смотрится неплохо. Поэтому, когда я куплю себе новые тачки, у меня два, как бы, две тачки из одного места, потому что я дом просрал, я уже говорил. Если есть у кого дом там на 5 мест с низким госом, welcome to моя страничка ВК. Либо в комментариях пишите, свяжемся как-то с вами. Могу принять в дар, в подарки, если кому не жалко, да. Купим новые тачки, даже эти все номера поставим, но вот этот прям в конце нормально зарешал. Ну что, пацаны, а у меня на этом все, я надеюсь, вам этот ролик был интересен, вы его досмотрели до конца, если это так, нажми на лайкос, помоги продвинуть этот ролик в топ. Напиши в комментариях, какой самый красивый, самый топовый номер тебе выпадал за $250, будет очень интересно почитать, у кого какая удача. Не забывай подписываться на канал, ведь наша цель 2500, да, 10 тысяч подписчиков к новому году. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым, никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. 20 февраля, скорее всего, обнова. Всем удачи и всем пока.